вернулись. Ежедневно в Калининграде и области теряются люди. Что нужно знать, чтобы не заблудиться, и как найти тех, кто ушел? И снова в путь. Барк Крузенштерна отправился в заключительное плавание большой экспедиции. Почему соседями калининградцев стали крысы, а управляющая компания закрывает глаза на грызунов, выяснял наш дежурный по городу. Нежданно-негаданно полицейские у калининградца обнаружили целую плантацию конопли. Раскрась ночь огнем, как в Балтийске прошел юбилейный 5-й фестиваль фаерщиков. Здравствуйте, вы смотрите службу новостей «Город», в студии Екатерина Грившинская и главной теме дня. Ушел на работу и пропал без вести. Сегодня родственники и полицейские объявили в розыск 58-летнего Леонида Песня. Последний раз калининградца видели в конце прошлой недели, и с тех пор о нем ничего не известно. Несколько дней назад стало известно, что пропала еще одна женщина. Наталья Солдатенко ушла из дома 19 июля. Ее до сих пор не могут найти. Летом люди теряются чаще, утверждают спасатели и психологи. Почему, выясняла Антонина Слатвинская. Утром 16 июля Леонид Песня, как обычно, отправился на работу на силикатный завод в поселке Космодемьянского. Именно здесь его видели в последний раз. Как рассказали родственникам коллеги мужчины, в 11 часов утра он ушел с работы и больше не возвращался. Жена Леонида Надежда держится из последних сил. Вместе с сыном и друзьями они пятые сутки прочесывают территорию поселка. Но пока никаких зацепок. После 10 часов его никто не видел. Как он ушел, куда он ушел. Он был в синих брюках, в рабочих. На нем была рубаха ХБ рабочая, в синюю клетку серая, без головного убора. Он ушел, и больше его никто не видел. Калининградцы тем временем ищут не только пропавшего мужчину, но и пожилую женщину. Наталья Петровна Солдатенко пропала ночью 19 июля. Женщина страдает гидроцефалией. Специальная группа поиска уже направила волонтеров во все районы города. Что движет людьми, которые внезапно покидают родной дом? Человек, перенакопив это напряжение, как бы становится ведомым этим напряжением. Вот он, знаете, как ребенок, как обиделся и пошел. Обида его повела неизвестно куда. Он может уйти и так увлечься этой обидой, что даже заблудиться. Летний сезон – традиционный всплеск сообщений о розыске. Люди отправляются по грибы, но домой не возвращаются. Рыбаки обещают явиться вечером с богатым уловом, но к утру следующего дня о них ни слуху, ни духу. Отправляясь в лес, лучше взять с собой беспроводное зарядное устройство. Это вам может как можно дольше оставаться на связи. Не лишними будут также компас и навигатор. Это не обязательно должны быть два самостоятельных устройства, можно скачать приложение для смартфона. Но ни один гаджет не поможет выбраться из леса, если ориентиров нет в голове. Двигаться в лесу нужно по квартальным просекам. Рано или поздно они выведут на проезжую часть. В калининградском лесу не действует правило из учебников природоведения. Определять свое местоположение по муравейнику, кроне деревьев или мху нетипично для наших зеленых массивов, утверждает лесничий Марина Макрушина. Гораздо полезнее вооружиться картами и спутниковой связью, а маршрут построить еще дома, а не на опушке леса. На пересечении квартальных просек установлены квартальные столбы с надписями. То есть человек может определиться, где он находится, хотя бы один из ориентиров – это квартальный столб, на котором есть цифры. Меньшие цифры смотрят на север, а большие цифры смотрят на юг. Если у вас есть какие-либо сведения о местонахождении Леонида Песня, обращайтесь по телефонам, которые сейчас видите на своих экранах. Для родных мужчины сейчас важна любая информация. Дежурная часть принимает звонки от всех, кто потерял и ищет близких людей. Антонина Слатвинская, Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, Максим Кириченко, служба новостей «Город». В центре Калининграда в любой момент может рухнуть жилой дом. Под угрозой 81 квартира, а конкретнее 164 человека. Накануне дом на Московском проспекте власти признали аварийным, а жильцам предложили переехать в маневренный фонд. Но условия переселения их, мягко говоря, не устроили. И сейчас калининградцы, рискуя жизнью, отказываются покидать родные стены. Этой трещине уже 11 лет. Здание начало разрушаться еще во время землетрясения в 2004 году. Но такие серьезные масштабы разлом приобрел только сейчас. И все из-за работ на набережной Трибуцы, рассказывает местный житель Сергей Дощук. На сегодняшний день отклонение составляет около 40 сантиметров. Большая паника у людей. И сейчас реально вот моей маме, допустим, 80 лет. Люди вынуждены это делать. Сейчас жить, продолжать жить здесь, потому как у многих там, ну, есть многодетные семьи, которым некуда деваться, есть старики, есть, в конце концов,
Один, насколько я знаю, в доме раковый больной. Официально переселиться в маневренный фонд согласились только жители 3 квартир. Остальные намерены добиться справедливой, по их мнению, замены. А пока на свой страх и риск продолжают жить здесь. 22 июля вопрос о доме обещали обсудить с губернатором. Ну а жители вот этого дома тоже переезжать не хотят. Но и делить свой дом с крысами тоже не очень хочется. Дом уже давно облюбовали грызуны. Откуда они там и главное, что теперь делать? С вопросом жильцы обратились в нашу редакцию, а дежурный по городу незамедлительно выехал на вызов. Здравствуйте, это дежурный по городу. И сегодня мы приехали на Московский проспект 25. Возмущенные бездействием управляющей компании, жильцы этого дома обратились к нам в редакцию с просьбой помочь. Что ж, мы здесь, а жильцов нет. Оказалось, объектив нашей видеокамеры их смущает больше, чем собственные коммунальные проблемы. Что же здесь у них происходит? Будем выяснять самостоятельно. Никакой проблемы нет. Понятия не имею, о чем вы говорите. Так отвечали нам прохожие. А потом, с точностью да наоборот, сработала известная примета. К счастью, повстречался мужчина с полным ведром воды. Станет все. Насыпается. Так, бросаю, да вот еще раз бросается. А на выходные здесь вообще творится черт знает что. Что здесь творится, догадаться было несложно. Контейнеры для отходов в подъездах стоят не под мусоропроводом. Роликов и рельсов под ними нет, хотя когда-то были. А если бак вручную задвинуть дальше, специальная машина не сможет его забрать. Люди бросают через мусоропровод мусор, и там накапливается, разводятся там кошки, собаки, голуби. В общем, запах идет. Ну, в общем, ленятся люди носить... Как, ногами, руками. Своими же собственными руками жильцы дома сбрасывают отходы себе под ноги. И что главное, под окна соседей на первых этажах. Но не будем спешить обвинять их в безответственности. Друзья, а вот такая надпись свидетельствует о том, что здесь живут добрые и заботливые люди. Ведь если ствол все же перекрыть, птичкам будет нечем питаться. Жильцы дома жалуются уже больше года, а ВОЗ и ныне там. Точнее, мусорный контейнер. Ведь для управляющей компании этот год прошел без происшествий. О проблемах на Московском проспекте там услышали впервые. То есть я правильно поняла, значит, работник должен весь этот мусор выгрести и засыпать в контейнер? Обязан контейнер выкатить, машина вывезла, и он его закатил. Почему он нам тогда не сообщает эту информацию, что у него есть проблемы на адресе? Хорошо, я зафиксировала, передам вашу заявочку. Управляющая компания бездействует? Надоело, что в ЖЭКе игнорируют ваши просьбы? Возьмите все в свои руки и донесите до бака. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей «Город». Какие же новости, кроме коммунальных, обсуждали в городе сегодня, расскажем далее короткой строкой. Парусник «Крузенштерн» после ремонта на родной земле отправится в 3-й учебный рейс, который станет заключительным этапом историко-мемориальной экспедиции, посвященной 70-летию Победы. Барк примет участие в международной регате и ряде морских фестивалей. Городская администрация решила понижать бордюры по новым стандартам. По строительным нормам высота сооружения должна быть не более 4 сантиметров. Но, по мнению чиновников, даже такой бордюр может стать причиной травм велосипедистов. 20 июля с лозунгом «У победы женское лицо» отправились в путь участницы международного мотопробега. Девушки посетят 8 городов бывших союзных республик, в том числе и Калининград. Основная цель – напомнить о боевых и трудовых подвигах женщин в дни Великой Отечественной войны. Белокопытник гибридный или Pitocytes hybridus, чье название с греческого переводится как «широкополая шляпа от солнца», впервые украсил своими крупными листьями обочину шоссе на Курской косе. Дождливая погода подарила калининградцам массу причин для радости – вешенки, маслята, подосиновики, сыроежки, лисички, подберезовики. Позже появятся и другие представители данного царства, отмечают лесничие. И напоминают, собирая в лукошко долгожданный урожай, не забывайте, что в области есть штраф за неправильно срезанный гриб. Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы. Нежданно-негаданно полицейские у калининградца обнаружили целую плантацию конопли. Порежут на металлолом. Легендарный корабль-космонавт Виктор Пацаев уничтожит. Раскрась ночь огнем, как в Балтийске прошел юбилейный 5-й фестиваль фаерщиков. Все это через пару минут. Оставайтесь с нами. Вы смотрите службу новостей «Город», и мы продолжаем.
Хотел скрыть следы преступления, привлек полицейских. Случайность помогла оперативникам раскрыть убийство жителя поселка Малинники по горячим следам. Двое полицейских увидели, как горит бытовая постройка в поселке, а на пепелище обнаружили труп. Подозреваемый в убийстве был задержан в тот же день и рассказал, что устроил пожар, чтобы полиция не смогла раскрыть преступление. Остальные криминальные события региона в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». В Мамоново визит полицейских закончился неожиданной находкой. Сотрудники ППС прибыли на вызов. Правда, вызвавший помощь хозяин дома встретил наряд в наркотическом опьянении. В доме у мужчины было обнаружено 75 граммов высушенной травки. А в огороде оперативников ждал новый сюрприз. Три десятка запретных кустов росли в теплице вместе с огурцами и помидорами. 35-летний садовод пояснил, что коноплю он растил для личного употребления. Все растения были изъяты, не направлены на исследование. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». В Правдинском районе раскрыли очередную кражу домашнего скота. Преступление было совершено организованной группой похитителей. В полицию обратился 54-летний фермер. Он сообщил, что неизвестные проникли на территорию его предприятия в поселке Каштаново. Через оконный проем двое мужчин пытались вытащить корову, но им помешала местная доярка. В отношении подозреваемых возбуждено очередное уголовное дело по статье «Кража». В отделе полиции на улице Киевской обвалился потолок. Инцидент произошел во вторник. Потолок рухнул на первом этаже у дежурной части. Никто не пострадал. Напомним, ровно год назад у этого здания отвалился балкон. Житель Черняховска попался на сбыте фальшивых денег. 53-летний мужчина пытался разменять 500 рублей с явными признаками подделки. Об этом в полицию сообщила продавщица магазина на улице Ленина. Спустя несколько минут нарушитель был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Екатерина Степанова, служба новостей «Город». И к другим темам. Сегодня стало известно, что последний корабль космического флота утилизируют. В августе заканчивается контракт на использование судна «Виктор Пацаев», который сейчас находится на набережной Музея Мирового океана. Дочь прославленного космонавта написала обращение президенту и начала сбор подписей, чтобы часть культурного и исторического наследия страны не уничтожили. Решение о сохранении судна в качестве музейного экспоната было принято еще в декабре 2013-го. Его передали Роскосмосу. В июне же этого года ответственность переложили на Министерство культуры, но ни одно из ведомств не готово профинансировать его содержание. Несмотря на то, что на борту размещены экспозиции, посвященные истории космонавтики и изучению океана, судно до сих пор не является культурным наследием. И пока чиновники спорят о статусе корабля, дочь Виктора Пацаева решила обратиться к высшему руководству страны и к неравнодушным горожанам с просьбой не допустить критической ситуации. Петицию можно подписать на специальном сайте. Сейчас на ремонт судна требуется 150 миллионов рублей. Грязные руки, сожженные волосы и запах керосина – и это вовсе не продолжение криминальной темы. В Балтийске прошел юбилейный фест-фестиваль огня. Ночью в прибрежном городе было светло и по-настоящему жарко. Что такое бризинг и как приучить стихии, узнавала моя коллега Екатерина Степанова. Тренировочная поляна огненного фестиваля не пустовала ни минуты. Около полусотни участников спешили прогнать программу перед выступлением. Каждое действие должно быть выверено до мелочей. Никита Климов занимается огнем уже 4 года. В этот раз он выступает в группе под названием «Прометей». Инструменты для шоу фаерщики изготавливают сами. Цепи, веревки и тряпка, покрытая горючим веществом – основные элементы реквизита. По словам Никиты, крутить огненные предметы нетрудно. Главное – соблюдать ритм. А вот дыхание огнем или бризинг – дело непростое. Мы не выпиваем его, мы набираем его в рот и, да, выдуваем, как вот девушки выдувают на одежду, приглажки и воду, то есть распыляя вот так, мы выдуваем на огонь, контролируя давление, подачу топлива, ну, насыщенность подачи этого топлива. И как бы вот так это происходит. И тренировки. Большинство фаерщиков учатся мастерству у друзей и знакомых. Но есть и самоучки. По словам фаерщиков, приручить огонь может каждый. Для этого нужно лишь большое желание и около 3 месяцев активных тренировок. Сначала изготавливаются вот такие специальные пойги. Они не горят, делаются из обыкновенного носка и специального мешочка с крупой. Эти пойги берутся в руки, и новички тренируются.
Стать фаерщиком может каждый, независимо от пола и возраста. Например, хрупкие девочки из театра «Колесо». Им под силу не только огненные номера, но и настоящие цирковые трюки. На самом деле, мы откроем большую тайну, что волосы сразу не вспыхивают. Поэтому... Да, поэтому ничего страшного. Ну, чуть-чуть подпалится, ну и ладно. Можно намочить водой, если уж кто-то боится. Кто-то на репетициях одевает шапку, но потом все равно снимает и нормально. На огненном шоу этот коллектив взял одну из самых серьезных номинаций – «Лучшее творческое выступление». А Никите Климову и его «Прометею» досталась награда за «Лучшее техническое выступление». Екатерина Степанова, Юрий Жуков, служба новостей «Город». Слезы Амбер Холла и красочный медведь, что сегодня обсуждали калининградцы в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе, расскажем далее. Калининградское лето набирает обороты. В поселке Янтарном отдыхающие открыли купальный сезон. От счастья даже подпрыгнули на батуте. Балтийские местные художники не захотели красить скульптуру медведя в белый цвет и немного поимпровизировали. В комментариях пишут, судя по всему, это медведь из песни Натальи Варлей, который обтерся спиной о земную ось. После голосящего Кевина гримерки Янтарь Холла начали плакать крокодильными слезами, как наверняка и строители, которые не достроили объект, пишут в комментариях. А вот эти птички никуда улетать не собираются, просто как ни в чем не бывало переходят дорогу, радуя глаз автолюбителей. Пользователи шутят, что два белых лебедя напоминают вожатых. Присоединяйтесь к нам ВКонтакте, группа «Первый городской канал», участвуйте в конкурсах и розыгрышах и делитесь фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Ну и в конце, по традиции, калининградцы делятся своими хорошими новостями. Приехали сегодня в Калининград, очень здесь здорово, очень красивая набережная. Внуки приехали, я с ними сейчас отдыхаю, загораю, где солнца нет. Сегодня вот с подругой катаемся на скейте. Ну, это, ну, как сказать, первый раз. Хорошо день начался, просто в принципе, по определению. Вот. И продолжается так же хорошо. У меня сын растет 2 года. Вот. Нас пригласили на спортивную фотосессию, как спортивного папу и спортивного сына. Вчера дочь приехала с лагеря. Радости было. Радует погода, солнышком и вообще хорошее настроение. А самое главное – удивительные люди, жители Калининграда. Необычайные приветливости, открытости и доброжелательности. И это все на сегодня. В студии для вас работала Катерина Гришинская. Напомню, что все наши новости дублируются в нашей группе ВКонтакте. Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе событий. Всего вам доброго и увидимся в городе.